Мы с вами уже упоминали таинства Церкви, которые являются необходимым элементом для спасения человека, и теперь подошло время чуть-чуть подробнее поговорить о таинствах, о православном представлении о таинствах. Первое таинство, с которого начинается жизнь православного христианина, это таинство крещения. Катехизис дает следующее определение. Крещение есть таинство, в котором верующие при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирают для жизни плотской, греховной и возрождаются Духом Святым в жизнь духовную, святую, а аще, кто не родится водой и духом, не может в нити в Царствие Божие. Иоанна 3.5 Так что... Крещение с православной точки зрения – это такое начало жизни. Любопытно, что православные крещение называют возрождением, и здесь, может быть, неплохая иллюстрация такого важного явления. Одни и те же слова протестанты и православные часто употребляют в разном смысле. А православный человек, который крещен, может сказать о себе «я возрожден», но возрождение для православного не значит, что он спасен. Это значит, что у него началась новая жизнь, и эта жизнь, если все нормально будет, если он пройдет вот этот вот путь обожения до конца, когда-то закончится спасением. А протестант, произносящий слова "я возрожден", фактически употребляет эти слова зачастую как синоним того, что "я спасен". И поэтому, когда протестанты православные разговаривают, они могут не понимать друг друга просто по той причине, что одни и те же слова в разном смысле звучат. Так же, как помните слово «благодать». Одно из православных пониманий благодати – это такая нетварная, вечная энергия Божия. И это достаточно сильно отличается от того, что обычно протестант имеет в виду, когда произносит слово «благодать» и так далее. Благодать, спасение, возрождение, многие-многие вещи понимаются по-разному. Но тем не менее, вот в православном понимании скрещение приводит к возрождению, с этого момента начинается новая духовная жизнь у человека. Одно, один из ярких текстов для понимания субъективной стороны крещения – это 1 Петра 3, 21. В синодальном переводе помните «обещание Богу доброй совести», но в славянском тексте «вопрошание у Бога совести благи». Согласно славянскому тексту, это не то, чтобы человек что-то обещает Богу в крещении – а человек скорее просит у Бога в крещении, просит благую совесть. А почему тут такая переводческая сложность, оператема, греческое слово, в принципе, в зависимости там, от контекста и от эпохи, в к к о которой мы обсуждаем, могло обозначать и прошение, и могло обозначать обещание. Это давний вопрос, и Ан Златоуст обсуждает тонкости перевода данного термина, и как раз он подчеркивает, что э, человек не может дерзнуть что-то пообещать Богу, и вот эта вот идея, что все-таки это прошение, она доминирует в православном богословии, а в синодальный православный перевод э, обещание попало, помните, в западное пленение церкви 17 по 19 век, и, в общем-то, некоторые западные идеи, в том числе и на синодальный перевод, оказали влияние. Но это что касается субъективной стороны крещения, человек что-то просит у Бога. Объективная сторона крещения – это возрождение, это присоединение к телу Христову, это присоединение к народу Божьему, это получение семени новой природы, которому еще нужно вырасти, это начало пути обожения. Когда мы с вами говорили о грехопадении, то мы с вами говорили о том, что в грехопадении человек избрал не тот путь. Вместо того, чтобы от образа Божьего возрастать к подобию Божьему, он свернул не в ту сторону, и в результате образ Божий, как возможность обоживаться, в человеке была подавлена. Так вот, крещение возвращает человеку возможность обоживаться возвращает за счет того, что вот какая-то прививка семя новой природы того, что сделано Христом, дается человеку, и теперь после крещения человек может пойти по тому пути, по которому в свое время не пошел Адам, а пойти по пути достижения богоподобия или обожения. Крещение с православной точки зрения только раз может быть в жизни человека, не нужно второй раз все это проводить. Когда есть сомнения, был человек крещен или не крещен, существует специальный вариант таинства, когда священник все время повторяет, а если нет, то и тем самым проводится еще раз крещение. Процедура крещения, так же как и очень многие другие явление в православной церкви чрезвычайно сложное, состоящее из многих элементов. Правда, на практике далеко не всегда вот полный чин крещения совершается, во многих храмах только сокращенный чин крещения. Но, тем не менее, он включает в себя многочисленные элементы, связанные и с отречением от дьявола, на которого и пыдуют, и плюют, и Многие другие гои непочтение ему высказывают и в сочетании Христу и в сочетании символа веры, причем и, и все это делается многократно, символ веры читается целых три раза, С фраза о сочетании Христу. В полном чине повторяется аж 14 раз и так далее. Здесь и освещается вода, и всякие бесы из человека изгоняются, из воды изгоняются, и и много-много. Достаточно сложная, длинная, фактически многочасовая процедура, если не проводится по какому-то сокращенному чину. И вот в результате проведения этого сложнейшего действия человек возрождается. Здесь еще один любопытный момент, любопытный с точки зрения многих протестантов, хоть и не всех, то, что креститься можем, крещенными могут быть не только взрослые люди, которые как-то сознательно исповедуют веру и действительно способны вопрошать у Бога благую совесть. В православии креститься могут и дети. Почему дети могут креститься? В общем-то, залогом нормального крещения является вера. И в истории православия известны даже случаи, когда люди, крестившиеся, исходя не из христианской веры, ну, взрослыми крестившиеся, а исходя из каких-то, ну, например, оккультных соображений, магических соображений, такое бывает, и потом их крещение не считалось подлинным. Правда, это не в русской церкви обычно такие, такое случалось, такое внимание к деталям. Но, тем не менее, потенциально в православном богословии возможно, что если крещение с неправильной мотивацией при отсутствии веры, то вроде как бы и не крещение вовсе. А как быть с ребенком? Как быть с ребенком, который еще вроде пока и не верит? Ну, по этому поводу, например, Иларион Алфеев пишет, Младенец, принимающий таинство, не может логически осмыслить то, что происходит с ним. Однако его душа вполне способна восприять благодать Святого Духа. Я верую, пишет преподобный Симеон Новый Богослов, что крещенные младенцы освещаются и сохраняются под кровом Святого Духа, и что они овцы духовного стада Христова и избранные ангцы, ибо запечатлены знамением животворящего креста и совершенно освобождены от тиранства дьявола. Однако младенцам благодать Божия дается как бы в залог их будущей веры – как семя, которое бросают в землю. И еще один важный момент. Если уж крестят младенцев, то вера для крещения необходима, но это вера не самого младенца, не личная его вера, а вера родителей и вера восприемников или крестных. Поэтому православная церковь не может покрестить всех подряд младенцев, она крестит младенцев только тех, которые принадлежат ей на условии веры их родителей. И здесь большую роль играет аналогия с Божьим народом, восходящий еще к Ветхому Завету. В Ветхом Завете был Божий народ, и люди просто рождались в Божьем народе и принимали обрезание и это было вот знаком завета. И вот та же самая модель примерно переносится и на Новый Завет. Человек, если рождается в Божьем народе, то как часть Божьего народа, по вере своих родителей, вот действием благодати Святого Духа, он может быть возрожден, и с самого детства вот это вот семя заложено, которое потом принесет плоды. Поэтому вот аналогии с Ветхим Заветом, с обрезанием, чрезвычайно популярны в православном богословии. И когда крестят младенцев, здесь одна любопытная тонкость, ну, может быть, вам и известная, это так называемые восприемники или крестные родители. Сейчас в большинстве случаев Крестные это вот хорошие друзья родителей, так чтобы вот как-то вот отметить дружеские отношения между семьями, но в норме, иногда про это, или даже все чаще про это все-таки православные начинают вспоминать, в норме крестные ⁇ это опытные христиане, которые берут на себя ответственность воспитывать ребенка в христианской вере. Поэтому, если все проводится правильно, то после того, как кто-то стал крестным, у него теперь обязанность, ответственность, и родители предоставлять должны ему такую возможность заниматься христианским воспитанием этого ребенка. Если не получится, потом на суде крестный за это будет отвечать. Вот такая система крещения в православной церкви. Опять-таки разница между протестантским и православным пониманием. Очень тесно связано с тем, вообще как в протестантизме и в православии понимается спасение. В протестантизме спасение это изменение взаимоотношений между человеком и Богом, это прощение вины, связанной с грехом, это возрождение человека и новая жизнь соединение со Христом. В православии спасение это фактически это полная безгрешность, это то, что будет в вечности. Но прежде чем человек дойдет до этого спасения, его как-то надо поставить на путь, как-то ему нужно дать потенциальную возможность, и отсюда вот совершенно иное восприятие крещения. Крещение в современной православной церкви совершается не одно само по себе, но в современной православной церкви крещение сразу же сопровождается еще одним таинством которое так, по времени от крещения не отделено. Это таинство миропомазания. С чем это связано? Миропомазание рассматривается в православии как некая личная пятидесятница. Помните, когда, например, в Самарии крестились люди, в 8 главе книги Деяния это описано, а потом пришли апостолы, возложили на них руки, и они получили Святого Духа. Так вот, с православной точки зрения нужна некая замена возложению апостольских рук. Нужен некоторый способ, с помощью которого человек получит Святого Духа потому что мало получить только семя новой природы, нужна сила, нужна возможность, нужно водительство к тому, чтобы возрастать. И вот в православии эта сила дается определенным таинством. присутствие духа Святого дается определенным таинством, таинством миропомазания. А при этом таинстве там разные части тела человека мажут миром со словами печать святого духа, причем любопытный момент, вот это вот мира, которое используется в таинстве миропомазания, оно готовится руководителям церкви, ну, если говорить о русской православной церкви, оно готовится лично патриархам. Раз в два года Патриарх, массово, ну, я не знаю, насколько он активно участвует в этом процессе. Может быть, просто нажимает кнопку, которая включает аппарат. Может быть, как-то более тесно вовлечен в процесс, но тем не менее. Периодически патриарх готовит огромное количество мира. Это, кстати, очень сложный по составу продукт из многих компонентов, со сложнейшей технологией изготовления, которая длительное время занимается всякими варениями, выпариваниями, смешиваниями и так далее. И вот патриарх готовит это мира по сложнейшей технологии, оно рассылается во все церкви и во таинстве миропомазания. Священники, используя это мира, дают крещенным Святого Духа. Опять мы, как протестанты, испытываем здесь некоторую растерянность, потому что у нас возникает закономерный вопрос – действительно ли нужно человеку, чтобы Дух Святой жил в нем, чтобы его помазали чрезвычайно сложной по составу и изготовлению субстанции, приготовленной особым человеком в особом обряде, или все-таки Дух Святой может, исходя из каких-то других соображений, выбирать, чтобы жить в человеке, потому как Новый Завет скорее свидетельствует о том, что покаявшиеся, обратившиеся к Богу, уверовавшие, услышавшие слова истинные и уверовавшие уже запечатлены по самому факту уверования духом святым. В любом случае православие, которое очень церковная вера, которая везде видит посредничество церкви, вот это вот посредничество особо подчеркивает, выражает, осуществляет и с помощью таинства крещения, проводимого в церкви, и с помощью таинства мирополомазания, проводимого в церкви, православные считают, что после этого в человеке есть вот это вот семя, есть потенциальная возможность к обожению и Дух Святой, помогающий путь обожения пройти. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv Вот такая процедура получения Духа Святого с помощью помазания Илеем. Она также восходит к Ветхому Завету. Как к Ветхому Завету восходит крещение и проводится аналог с обрезанием, так к Ветхому Завету восходит и миропомазание и проводится аналог с помазанием Елеем в Ветхом Завете. А елеем в Ветхом Завете, если вы помните, мазались цари, мазались священники и мазались пророки. И в этом смысле проводится некая параллель и говорится о том, что когда человек помазуется миром в таинстве миропомазания, то он помазуется на царское служение, то есть господство над страстями, на священническое служение, то есть участие в литургии, и на пророческое служение, то есть возвещение о Христе. Но просто само по себе любопытно и по самому по себе вызывает все-таки протестантскую растерянность. Вот эта вот уверенность, что даже младенец, помазанный миром, получает и Духа Святого, и все возможности к совершению этого, что Дух Святой в каком-то смысле подчиняется действию и решению священников церкви. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв-семинария.